Итак, россияне выбирают главу государства в Дагестане. Все избирательные участки, а их 1861, открыли свои двери ровно в 8 утра. Возможность проголосовать есть у более 1 700 000 жителей региона. Свой выбор уже сделал глава Дагестана. Сергей Меликов проголосовал на избирательном участке 1104 в здании юридического факультета ДГУ. Сергей Меликов отметил, выбор каждого может повлиять на дальнейшее развитие России. Подчеркнул активную гражданскую позицию дагестанцев, которые с самого утра отправились на избирательные участки, чтобы отдать свои голоса за стабильную Россию и светлое будущее. Дагестан – один из тех субъектов Российской Федерации, который задолго до того, как Владимир Владимирович объявил о том, что наша сила в консолидации и консолидация всех звеньев общества – это залог нашей победы, Дагестан это доказал. И в 99-м году, и в последующем на различных этапах противодействия террористическим организациям, действующим на территории Дагестана, и, безусловно, с началом СВО. Есть проблемы, есть сложности, мы их все вместе стараемся преодолевать.